Влад... Влад Айпро. Ой. Кто меня звал? Да, это я тебя звал. А, ну здорово, полицейский. Здорово. Ну, курсе, что Дарк Ридл вышел обнова. Серьезно? Да, смотри, тут тыквы. Вау. Еще у соседа какие-то появились странные мумии в доме. А, в смысле? Ну, хорошо. Всем привет, друзья, с вами Влад Айпро. Сегодня мы будем играть в хэллоуинское обновление Dark Riddle. Давайте осмотрим дома соседей. Так, у Мэри, кстати, паутина добавилась, свечки. Снеговик со второй стороны из тыквы. А, блин, я не хочу сейчас квест Мэри выполнять. Так, что ты нас зовешь? Сосед идет. Никто не видел, я уже проходил этот квест полностью. Уже обнова это на iPhone вышла к краске. Давайте осмотрим дома. Шулин, у тебя тут всякое все. Гроб. Кто там говорит? Это кто-то в гробу шепчется. Так, магазин закрыт. Угу. Так. Что там у нас? Черепа, боже мой, страшно. Страшно, правда. Так, бабушка Агата. Можно у вас в дом зайти? Ну, конечно, внучок, заходи. Спасибо. Так. Ну, блин, что-то у нее вообще дом не изменился. Котики тут оставились, я вижу. Угу. Ничего не изменилось. Все ясно. Выходим. А, что у меня там окна разбиваешь? У меня 5000 всего лишь зарплата. А у вас, молодежи, аж 90 тысяч зарплата. Вот теперь мне покупай новое зеркало. Нет, извините. Здорово, Питер. Здорово. Вышла обнова в Dark Riddle про Хэллоуин. Это я знаю. У меня дом изменился. Правда? Питер, неужели никого не изменилось? Что это за рука? Это рука. Какая-то стрёмная рука. Все, я сваливаю, вы как хотите. То же самое. Так. Давайте тогда. Скормим. Скормим. Эту бабочку. Все, мы получили. У меня просто немного инвентарь есть. Ну, чтоб вы знали, вот такая вот штука очень редкая, добыть такое оружие. Поэтому вот так вот. Ладно, пойду я осмотрю свой домик на дереве. Может, там у меня что-то добавилось. Хрен знает. Таречка. Забираем все, потому что все будет полезно в прохождении. Так. Так, давайте. Не, наш домик на дереве ничем не изменился, только тыква рядом была. Но еще скоро постараюсь проходить хэллоуинские миссии Dark Riddle 2. Первым делом, когда я заметил хэллоуинскую обнову, это у их плея. Кто не знает этого блогера, это очень крутой блогер, я считаю, для меня. Он в целом такой, ну, прикольный блогер. Вот наш домик на дереве, а вот наш сосед. Опять кто-то больше звук из группы, из мобилы сдается, что ли. Давайте посмотрим нам соседа. Возьмем яблоки. Давайте.
Так, тут у нас паутина появилась. Тыква, гроб, два гроба. Тут сосед кого-то похоронил. О! А это какое-то дерево. Нет, ничего нет. Я просто знаю, что в старых версиях Dark Riddle про Хэллоуин там было такое же дерево, и там были всякие подарки тебе. Ловушка примерно, две батарейки и одно яблоко, насколько я помню. Так, комната музыкальная нам сейчас не нужна. Давайте зайдем. 5-1-2. Так. Если... А, у меня мусорка активирована уже. Абсолютно новый Dark Riddle. На, получай. Тыква у него на входе, еще гроб. Ловушка у него там, снеговик из тыквы. Тыква, опять какие-то освещения. Свечки, две свечки. Еще свечка. Тыква! Так, тут ничего. Череп! Да ну нафиг. Зелья тут какие-то. Хрен знает, что тут будет вообще. Дальше на всякий случай мы положим. Так, все, окей. Он парализуется, сосед? Берем ключ по-быстрому и открываем ворота, чтобы нам было легче проходить. Звук другой. Что? Скелет живой оказался. На. Получай, сосед странный. Да, не стремновать. Так, у него опять какие-то свечки. Идем наверх. Так, тут больше ничего нету такого. Что это? О, тут череп стоит. Тыква еще одна, тыква. Чё? Тут какой-то туториал был. Кажись, тут кого-то призывали. Правда, тут был какой-то туториал. Краб! Точно, здесь краб нарисован. Наверное, вызывали вампира соседа здесь. Клетка. Череп и батарейка. Не понятно, понадобится. Так. Сосед только вышел погулять. А зря, что он уже пошел за нами. Так, может, я тоже что-то изменилось. Блин, он меня заморозил, зараза. А что за мысль еще должен сосед выдвинуться? Ладно, я пойду поиграю на фургон. Я пойду поиграю в фургон полицейского, посмотрю, изменился там геймплей или нет. Так, ну для начала нам нужно как-то отвлечь полицейского. Берем какую-то пушку. Эй, полицейский! Да что? Получай! Все хорошо. Зайду я. Поиграю как раз. Краски монеты накопил. Так, понятно, все понятно. Мы все помним. Так, зараза. Прозуем. Блин, ты уже задолбал. Задолбал уже сосед меня. Все, давай. Первый символ. Опа-на. Там. Так. В самом начале.
Опа. Опа. А что там скрываешь-то? О, там призрак пролетел. Вот там еще что-то было. Где? Ну где? Где? Там что-то было. Опа. Так. Финальный где-то в самом начале был. Все, нашел. Сигнал лост. Отлично. Опять эта реклама. Уже задолбала. А жаль, что, конечно, рекламу в Dark Reel вернули. Единственное... О, большой путь. Я просто уже так... Это просто уже на телефоне с вами так много проходил. То, что у меня уже где-то 40 опыта там, или 45 даже, поэтому по этой мини-игре. Сосед! Куда, зараза? О, вот еще. Ебой. Сейчас опять реклама будет. Да блин, что это? Школа. Можно про нее нафиг забыть. Уже каникулы настали. Кстати, у кого настали каникулы в школе? Подпишите на канал. Давайте. О, вон там. О, там еще. Да блин, опять эта каша высвечивается какая-то. Это... Да блин, что это за мясо? Лучок. Еще два уровня нам надо пройти, то есть, да? Вот там. А, ну, пофиг, пока я это сканирую. Опа-на, пошел. Тут ничего нету. Там что-то было, я видел. И вот еще там. Ебой, это был предпоследний этап, то есть, сколько я понимаю. Давайте еще на финалочку, я потом посмотрю. Сейчас я давайте на финалочку посмотрю еще. Изменилось ли что-то в квесте с Мэри? Ну что, ну там, допустим, добавили всякие украшения у утят, всякое такое. Так, вон там. Забыл дверь закрыть. Странно, тут всегда что-то было. Призрак был. Ну что там, расслабляешься? О, еще. Это Dota 2, непонятно. Ой, блин. Все, проходи дальше. Ничего тут нету. Ебой. Надо еще. О, вот. Все, сигнал лост. Так, какой-то грузовик. Так, ну забираем. И нам падает просто зеленый. И да, Кастен обновленная. Та самая со членом Кастена обновленная. Обновленная Кастена теперь соседом.
Ладно, берем вот эту вот штучку. Где там у нас? Даже он не обратил внимания. А теперь обратил, зараза такая. Вообще, я побежал выполнять квест с Мэри. Сейчас она будет взламывать, я помню, и у нее не получится взломать. Так. Если не нажать, то она будет вызывать yes. Так. Надо открыть нам ворота. Ого! Так, нажимаем. Нам говорят, что у нас нужно открыть ворота. Она такая, да, сейчас она делает свой волшебный леденец. Не, костры немного изменились. Кстати, ночь стала какая-то. Так, вот. Нужно включить компьютер. Так, мы сейчас нам надо потапать. А, нам надо компьютер включить, зараза такая. Так, там был проход. Да, череп добавили сюда, это по Хэллоуинску. Да, растение там уже было. Паутину добавили рядом с монитором. Теперь мне что надо сделать? Нажать, наверное, шлем мне надо. А я тут забыл немного, что делать. Ну ладно, бывает. Да, все правильно. Ломать компьютер надо. Я просто чуть помедленнее был. Нам надо уничтожать этих странных. Почему 16? Надо было бы... Надо не 16 было, у нас было 13. Надо было 13 их уничтожить, а сейчас 16. Почему? Чуть больше. Ладно, я и так их быстро сейчас уничтожу всех. Вот, и последний. Блин, опять. Так, окей. Сейчас сосед украдет Мэри, я помню, в сцене это было. Так, все, сейчас перемещается что-то. Так, шлем. Шлем такой же был в той самой костюме. Вот проход. Сейчас украдут Мэри. Такой задаемся, что? И Мэри крадут. И проход закрывается. Потому что... Да, я очистил проход. Я очистил проход. Ё-моё, кто это? Это Володя. О, спускаемся, давай. Так, это так надо. Ой, надо дворчика использовать. Сейчас мы переместимся к Толе. Ля, у них изменилось. У них комната изменилась, реально. Реально у них комната изменилась. Тут гроб какой-то. И туча мышь. Первый поход у тебя там. Всё. И что? И сейчас Мэри нашу крадут. Ну, мы помним, когда мы были в третьей главе, и прошли вторую. Во второй главе там, я помню, загоняли. Я, по-моему, смотрел прохождение, насколько я помню. Давайте в следующем видео я уже посмотрю, есть ли обновление в подвале. Ну, а пока давайте я буду заканчивать видео. Сегодня мы посмотрели новое хэллоуинское обновление в Dark Riddle.
Надеюсь, вам понравилось видео. Поддержите лайком, подпиской. С вами был LovataiPro. Всем вам удачи. Удачного Хэллоуина. Всем пока-пока.